Всем привет! Я в ожидании своего личного фотографа. Фотосессия – процесс фотографирования одного или нескольких людей фотографом. Фотосессия проходит в студии, студийная фотосессия, на открытом воздухе, выездная фотосессия, на фоне исторического объекта или в любых помещениях. Сегодня фотосессия – неотъемлемая часть любого блогера. Люди фотографируют, чтобы сохранить моменты жизни в своей памяти. Так думает большинство владельцев фотоаппаратов. Но на самом деле современные исследования доказывают, что человек намного лучше и ярче запоминает события и проживает эмоции, если в это время он их фотографирует. Фотографии говорят нам о самом важном для нас. И чаще всего это не деньги, не ювелирные украшения, а фотографии близких людей. Снимки, хранящиеся в себе частичку прошлого, частичку уже ушедших дней жизни. Фотографируя, мы документируем свою жизнь, запечатлеваем самые важные, самые значимые ее моменты. Такой нервный у меня фотограф. Супруг не догадывается, что я уже включила камеру, и возмущается. Снимала на фронтальную камеру, так как хотела посмотреть, где мне лучше встать, чтобы был хороший свет.